Здравствуйте, это новости спорта, в студии Александр Захаров. Южноуральские тхэквондистки взяли медали первенства Европы, а челябинский трактор провел вторую встречу против Адмирала во Владивостоке. Все подробности в нашем обзоре. Челябинцы, как и вчера, пропустили первыми. В стартовом отрезке отличился защитник Адмирала Юрий Козловский. Во второй 20-минутке трактор не только сравнял счет, но и вышел вперед. Голами отметились Лукаш Седлак и Ярослав Косов. В третьем периоде черно-белые трижды играли в большинстве, но отличились лишь в самой концовке, когда команда хозяев поменяла вратаря на шестого полевого игрока. Алексей Кручинин забил в пустые ворота. Победа трактора 3-1. Уже завтра в Челябинске стартует гран-при по фигурному катанию. Сильнейшие спортсмены мира сразятся за медали на льду арены «Трактор». На открытии международного турнира зрителей ждет грандиозное шоу, одним из номеров которого станет выступление челябинских фигуристок. Елизавета Бабкина и Виктория Шумилова впервые встали на коньки в 4 года и успели подружиться друг с другом. Девочки отрабатывают фигурные элементы по 2-3 повтора 7 раз в неделю. Каждое занятие помогает отточить не только спортивные навыки, но и актерское мастерство. Был выбор между гимнастикой и фигурным катанием, я выбрала фигурное катание. Нравится больше лед. Мне нравится вот этот процесс тренировочный, выступать на соревнованиях. Лиза и Вика входят в число 34 фигуристов, которые откроют международные соревнования по фигурному катанию в Челябинске. В руках флаги стран-участниц. На церемонии открытия будет представлено красочное шоу. Зрители увидят видеопроекцию на льду о Южном Урале. Вся церемония у нас состоит из нескольких блоков, и наша задача всегда напомнить южноуральцам, в каком замечательном, прекрасном месте мы живем, а гостям, которые приехали на Южный Урал, представить наш край достойно. Вот мы рассказываем о том, какая на Южном Урале потрясающая природа, какая промышленность, ну и какие люди, какие таланты. На протяжении 3 дней с 12 по 14 сентября центральная сцена трактора будет привлекать внимание зрителей. Конкурсы и розыгрыши призов, позитивные аниматоры и маскоты. Также для зрителей соревнований будет подготовлен танцевальный флешмоб, на котором выступит более 500 человек. Шоу начнется 12 сентября в 5 часов вечера. На этих кадрах на высшей ступени пьедестала почета гордо стоит наша челябинская спортсменка Маргарита Близнякова. На третьем месте возвышается Валерия Макеева. Южноуральские тхэквондистки завоевали золото и бронзу первенства Европы среди спортсменов до 21 года. В Швеции за медали соревнований боролись более 500 участников из 30 стран. Южный Урал на состязаниях представляли сразу 6 спортсменов, вошедших в состав национальной сборной России. Маргарита Близнякова блестяще провела на кортах 4 боя весовой категории до 67 килограммов. Воспитанница челябинской школы «Буревестник» обошла соперниц из Румынии, Франции, Польши и Молдовы. А Валерия Макеева из школы «Корё» успешно провела 3 боя и взяла верх над тхэквондистками из Финляндии, Сербии и Дании. Однако в полуфинале уступила будущей финалистке Ане Чупиту из Молдовы, завоевав таким образом бронзовую медаль. Добавлю, что эти медали позволят челябинским спортсменкам участвовать в Олимпийской гонке к играм 2024 года. От дзюдо. Таисия Киреева из Челябинска выиграла золото чемпионата России. На Зране подопечная Андрея Вострикова и Салавата Мингазова провела 5 поединков. На пути к финалу Таисия была сильнее представительниц Краснодарского края, Москвы, Белгорода и Тюмени. В финале ей противостояла Мария Салтанова. Нашей спортсменке удалось бросить соперницу на вазаре, после чего провести болевой на руку. Для Киреевой это уже вторая медаль чемпионата России. В 2017-м она становилась серебряной призеркой. И к другим темам. Магнитогорский путешественник Кирилл Франек вернулся домой, проделав 3000 километров пешком. В этот раз молодой мужчина забрался на 5 вершин Уральских гор и добрался до Карского моря. По пути питался гречкой и шоколадом. Говорит, путь был непростым. Реки разлились, были очень сложные броды, дороги все размыло. ЖД, мост даже в районе города Инта смыло, что 2 дня не было ЖД-сообщения. Поэтому я уже сам в какой-то момент перестал верить, что я смогу пройти. Большая уральская прогулка стартовала в июне из Оренбурга. В пути Кирилл провел 71 день. Пройти самые дикие и непроходимые тропы Северного Урала ему помогал напарник. Вместе они преодолели 500 километров. Добавлю, что магнитогорский марафонец пешком добирался до Волгограда и Берлина. Новых путешествий Кирилл пока не планирует. Это все новости на сегодня. Далее происшествие. Маршрутка с пассажирами врезалась в забор на проспекте Ленина. Если пострадавший знает, Елизавета Болдырева. Не переключайтесь.